Быстрые пасы, сильные передачи, скоростные выходы под кольцо и точные забросы в корзину. Ветеранским спортом третий международный турнир по баскетболу назвать сложно. И все же самому младшему игроку 35 лет, старшему 57. В прошлом большинство из них играли в профессиональных командах, но любовь к спорту и баскетболу осталась навсегда. Ветераны спорта – это 35 уже плюс, поэтому они выглядят еще достаточно молодо, но профессионально спортом уже заниматься не могут. Поэтому мы таким образом собираем старых друзей для того, чтобы поиграть в баскетбол, встретить опять же старых друзей, пообщаться и продлить свою, скажем так, молодость. Особенно приятно то, что этот турнир позволяет нашим международным командам пообщаться, встретиться с друг другом, показать свои профессиональные, конечно, навыки. Ну и самое главное, завестись с новыми друзьями и обменяться мнениями. 6 команд из Беларуси, Польши, Украины и Литвы собрались в городе над Бугом, чтобы не только помериться силами за призы, но и в очередной раз доказать, в первую очередь себе, что они любят и умеют играть в баскетбол. Для нас важно, что есть возможность приехать на турнир. И нам важна не только сама игра и борьба. Мы встречаемся с друзьями из Бреста, Смоленска, Гродно, Прибалтики и других стран и городов. Плюс ко всему, хорошая возможность поиграть на такой шикарной площадке, как Виктория. Увеличению спортивного интереса способствовало и введение 10-дневного безвизового режима. Это позволило нашим соседям активнее включиться в проведение международных турниров. Вместе со спортсменами приезжают их семьи и просто болельщики. Многие представители именно семей спортсменов, а также зрители, а также друзья приехали по принятому недавно указу президента Республики Беларусь по безвизовому режиму. Это нам позволило, помимо того, что сделать более еще привлекательным город Брест, но а самое главное, они подтвердили о том, что они уже забронировали билеты в наши музеи в Брестскую крепость, в музей города Бреста, посетить, конечно же, аллею фонарей нашего города Бреста, как визитная карточка, также нашу улицу Советскую. Ну и немаловажно, конечно, они размещаются в наших гостиницах. Победителями турнира стали спортсмены из Гродно. Команда города над Бугом, Брестские гуси, заняла 3-е место, но полна решимости взять реванш уже в следующем турнире. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.